Познакомьтесь с Майки Шрайбер, журналистом в сфере финансового рынка, руководителем Шрайба Домс. Шрайбер изучала германистику, романистику и экономику в университетах Лиона, Фрайбурга и Кёльна. Майки начинала с работы волонтером в газете Financial Times Deutschland, где стала редактором и проработала в этой должности 10 лет. С 2015 года она является корреспондентом в крупнейшей ежедневной газете Германии Süddeutsche Zeitung, а в 2013 году совместно со своим коллегой Хайцем Роджером Домсом основала пресс-службу Schreiber Doms, которая занимается освещением новостей из сферы банковского дела и финансов.